Добрый вечер, товарищи. Я проректор по учебной работе Красного университета Мардуэн Валерий Александрович. Я хочу вас поздравить с 10-м учебным годом в нашем университете. Ну, в смысле, что вы 10 лет учитесь, а что мы 10 лет уже преподаем. Вот. Ну и вот вам посчастливилось попасть в этот 10-й юбилейный набор. Я хочу сказать пару слов по общим вопросам. Обучение в Красном университете. Значит, обучение у нас происходит в системе дистанционного обучения. Все, кто записан, все должны иметь логин и пароль. Они вам должны были автоматически рассылаться на почту, с той, с которой вы писали заявку на поступление в Красный университет. С этим логином и паролем вы должны зайти в систему дистанционного обучения. И там отвечать будете на вопросы, которые вам будут задаваться по каждой из тем. Значит, первая тема, первая лекция, которую читает Михаил Васильевич, будет вам проводить семинарское занятие Юрков Кирилл Валерьевич. И под этим занятием Юркова сейчас уже есть такая синенькая надпись «Задание». Вы должны туда щелкнуть и перейти в задание, где будет три вопроса и окошко ответов, куда вы должны свои ответы на три вопроса записать. Чтобы вы там сильно не писали много, оно лимитировано, там всего 150 слов можно записать, так что надо очень постараться сформулировать свои ответы. Вот. Занятие у нас будет проходить в следующем режиме. 60 минут проходит занятие. Час. Лекция или семинар. Потом 10 минут перерыв, и оставшееся время у вас есть возможность задавать вопросы преподавателям на любые темы, не только на те, которые читаются вам на лекции или проводятся на семинаре. Значит, занятия у нас будут проходить до декабря. В декабре в конце у нас будет зачет. Зачет будет письменный, также через систему СДО. А очники уже могут в том числе сдавать очно, ну, если захотят, конечно. Дело такое добровольно, то есть ничего обязательного нету. Потом январь месяц у нас от каникулы до февраля. С февраля по май занятия, и в мае экзамен три вопроса будет, опять же, через систему дистанционного обучения. А кто очно хочет, может прийти очно сдать преподавателя. Кратенько, вот такая вот система обучения в Красном университете. Все вопросы, которые у вас будут возникать, в том числе и по работе системы дистанционного обучения, пожалуйста, пишите на почту КУА-ФРА, вот эта новая почта, которая у нас сейчас. Вот, я постараюсь вам ответить. Все. Еще раз поздравляю вас с началом учебного года. Спасибо большое. Значит, товарищи, я вас тоже поздравляю с началом учебного года. Я думаю, что вы правильно поступили, что используете возможность, которая имеется у нас в современной России, получить хорошее марксистское образование. Хотя некоторые говорят, что у нас уже прямо ужасно, так все переужасно. У нас много очень плохого. Но надо, кроме всякого плохого, видеть и хорошее. Значит, в нашей Конституции не записана господствующая идеология. Поэтому я, например, думаю, что господствующей идеологией будет марксизм, ленинизм. Вот. А другие могут по-другому считать. Никто им не мешает читать лекции, сдавать, обучаться и так далее. Хотя, как вы понимаете, никакой стройной теории, которая бы противостояла марксизму, просто не существует. Это я говорю как человек, который 49 лет преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. Я работал последние годы профессором кафедры социальной философии и философии истории, в курсе дела, как там обстоит дело. Вот, кстати, и в университете тоже. Нас никто не ограничивал в исследованиях и в преподавании, которые мы вели, поэтому не будем, как некоторые думают, сами себя запугивают, говорят, ой, это ужас, да это нельзя, то нельзя и так далее. Вот то, что
сказать, мы делаем, связано с работой таких важных учреждений, как Фонд Рабочей Академии, который был зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации в 1994 году, и вот Ленинградском интернет-телевидении, которое тоже будет транслировать, поэтому у нас записи будут и на канале Фонда Рабочей Академии, и на Лен.ру, причем на сегодняшний день Лен.ру имеет больше просмотров, насколько я понимаю, чем наш канал Фонда Рабочей Академии, а в совокупности это позволяет нам достаточно широко эти знания распространять. Для тех, кто ничего сдавать не будет, а будет только слушать и смотреть. Но, как я понимаю, здесь присутствуют люди, которые знают, что если ты просто слушаешь и потребляешь, и не воспроизводишь, в какой бы то ни было форме, форме ответов, хотя бы кратких, то мало что потом остается. Поэтому это на самом деле для нас, для преподавателей, довольно сложная задача, потому что мы должны это сделать, так сказать, в то время, которое у нас, как говорится, официально рабочим не является, в свое свободное время. Ну, те преподаватели, которые у нас работают квалифицированные, они на это идут, исходя из того, что наша деятельность есть распространение знаний. И человек, если он действительно просвещенный, должен понимать, что вот его народ содержал всю жизнь и содержит, а он должен давать народу знания. На этом и строится все наше преподавание. Вы знаете, что все у нас бесплатно, никто никаких денег не получает. Хотя на организацию работы нам приходится кое-что затрачивать, но это уже другой вопрос, как и в том числе и на то, чтобы вот находиться в таком с вами зале, в котором будут у нас первая и вторая лекция. Это все тоже нам приходится учитывать. Тема первой лекции – философия и проблема истины в марксизме. Начнем с философии. Ну, некоторые товарищи определение науки берут, рассматривают через составляющие элементы. Дескать, фила – это любовь, софия – это мудрость, поэтому философия – это любовь к мудрости. Поэтому мы можем считать так, что здесь собрались люди, которые любят мудрость и поэтому хотят быть людьми мудрыми, а про мудрых мы знаем, говоря так в шуточной форме, что вот умные, они знают выход из любого положения, а мудрые просто в него не заходят. Поэтому любомудрие – это дело хорошее, но это, так сказать, скорее филологическое рассмотрение того, что такое философия. Философия – это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. О всеобщих законах. Слово «всеобщее» по-разному понимается. Сразу хочу сказать, что если вы возьмете науку логики Гегеля, то есть того человека, который дал систему диалектики, то в последней книге, во втором томе «Субъективная логика» Гегель раскрывает это понятие всеобщего через еще две категории – особенное и единичное. Ну вот каждый здесь присутствующий, если он берется как единичное, он Иванов Иван Петрович единичный. Но Иванов Иван Петрович имеет, между прочим, какую-то работу, специальность, он определенным образом обучен, у него есть некое особенное, и чем он отличается от других. Это раз. Вот это вот особенное. А чем он не отличается от других? А что является всеобщим? Потому что каждый человек, здесь присутствующий, и не здесь присутствующий, и тот, кто смотрит, и тот, кто не смотрит, он одновременно является и всеобщим, и особенным, и единичным. Каждый человек, он конкретный человек, единичный, он относится к какому-то, к какой-то профессиональной группе или какой-то иной
специфической группе людей, а в то же время каждый может про себя сказать: «Я человек, а это всеобщее». И вот все, так сказать, единичные экземпляры, они смертны, а как человек, а каждый, кто здесь присутствует, является человеком, а как человек он бессмертен и вечен. Почему? Потому что никакого другого человечества, которое складывалось бы, не складывалось бы из вот конкретных людей, которые в то же время как особенные принадлежат к различным отраслям человеческой деятельности, никакого другого человечества и нет. А человечество по своему характеру является всеобщим, оно бесконечно и вечно. Я думаю, что вот каждый, кто сегодня сюда пришел, пришел сюда с сознанием, что я один, одинокий, и, так сказать, вот хочу заниматься, а должен уйти с пониманием того, что он представитель человечества, которое бесконечно и вечно, и все, что вы сделаете, никогда не пропадает, а оно собирается в исторической памяти человечества и накапливается в виде либо материальных богатств, которые созданы человечеством, либо в виде духовных богатств, которые тоже созданы человечеством. Каждый человек конкретный, единичный, который приходит в этот мир и который как особенное занимается каким-нибудь специфическим видом деятельности, скажем, один учит людей, другой выращивает хлеб, третий обрабатывает металл, а в целом люди приходят в этот мир, продвигают человечество вперед, уходят, и так происходит, так поддерживается связь в человеческой истории. То есть человеческая история по своей природе, она бесконечна. Она никогда не кончается, и одни имеют именную память, другие именной памяти не имеют, но они все вклад вносят в развитие человечества, которому они принадлежат. Вот это вот понимание того, что мы с вами принадлежим к этому самому человечеству, которое бесконечно и вечно, должно быть в то же время и руководящим правилом нашей деятельности. Дело не в том, что вот сюда кто-то пришел, потому что он хочет сдать зачет или что-то узнать, а дело в том, что мы с вами, будучи принадлежностью бесконечного и вечного человечества, должны все вместе продвигать человечество вперед. Вот это очень важно, и философия изучает. Всеобщие законы природы, общества и мышления. Не какие-то частные вопросы, а всеобщие. А почему надо изучать всеобщие законы? Потому что каждый человек занимается какой-то отраслью деятельности. И тогда можно сказать, что люди друг друга скоро перестанут понимать, потому что в каждой отрасли деятельности есть свои слова, свои термины, свои приемы, свои достижения. И, так сказать, одни военные, другие – учителя, третьи – профессора, четвертые – рабочие, пятые – занимаются сельским хозяйством. И это самое единое человечество как бы распадается на разные типы людей. Это особенные, на особенные. Ну, а тем более каждый отдельный человек имеет вполне определенное свое место в системе разделения труда. Он вкладывает вроде бы в общее дело, но он, так сказать, никак ни с чем не связан. Что может связать человечество в единое целое? Связывает только одна наука – философия. Философия связывает все, потому что это наука о всеобщем. О всеобщем, а не о том, что является частным, отдельным или только особенным. Поэтому без этой науки нет, собственно говоря, человечества как такого человечества, которое осознает само себя. Ну и люди, которые в одной области являются прогрессивными, передовыми и так далее, в других областях могут поддерживать самые реакционные взгляды и тенденции. Почему? Ну, потому что они не специалисты. А другие специалисты в своей области – прогрессивные, на переднем крае находятся и так далее, а в вашей области они ничего не понимают
И вот единственная наука, которая соединяет человечество, независимо от того, как его разделило разделение труда, эта наука называется философией. Поэтому философия, еще раз повторяю, это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. И если это законы природы и законы общества, то они, конечно, связаны с законами мышления, потому что законы мышления тоже появляются не откуда-то сверху, а они вытекают из законов природы и законов общества. А метод какой у философии? А метод у философии диалектический. А что значит диалектический? Диалектический метод означает, что он все рассматривает как движение от простого к сложному, от простого к сложному через разрешение противоречий. То есть, если вы не совершаете движение, восхождение от простого к сложному, то вы не можете, так сказать, обосновать и воспринять то, что потом получается, так сказать, в ходе этого движения. То есть вы не можете это воспроизвести, не можете этого понять, не можете этим пользоваться. И вот движение этого от простого к сложному помогает нам достигать истину. В связи с этим встает проблема истины. Ну и, как всегда, в философии, прежде чем говорить об истине, надо сказать о том, что непосредственно истиной не является. Например, вот вы за правду. Правду, правильно. Вот вы сейчас пришли, это правда. Уйдете, это тоже правда. Но это не глубокая правда, правда? Невеликая. То есть мы, конечно, должны правду отличать от лжи. Но если я буду доказывать, что вы сюда не приходили, а вы скажете, а как же я здесь сижу? Это будет уже ложь. И вот некоторые люди не понимают, что и правда, и ложь – это односторонние определения. Односторонние. А вот представьте себе, скажем, человека, который тоже, так сказать, имеет такую специальность, он сидит в каких-то специальных органах, и вот он у вас задержал в связи с тем, что вы что-то нарушили. И он, так сказать, хочет написать правдивый документ о том, что вы нарушили, что вы сделали. И он начинает с вами такой разговор. У вас недостатки есть, молодой человек? Есть. Вот скажите, молодой человек, у вас недостатки проявляются в общественных действиях или в антиобщественных? Но если они не проявляются в антиобщественных, но вы не забывайте, что вы уже сказали, что есть у вас недостатки. Но согласны, что они в общественных, направленных на развитие общества, не проявляются. Они в антиобщественных проявляются. Согласны? Скорее, да. Согласны. Что значит скорее? Ну, раз скорее, запишем. Что товарищ признал, что у него есть антиобщественные действия. Так. Хорошо. Антиобщественные действия. Давайте более конкретно. Давайте сейчас вы будете называть свои антиобщественные действия. Я это буду все записывать. И мы посидим с вами часа два в конце. Я вам предложу написать, что с моих слов записано верно. Вы подпишете, и что мне останется? Ну, останется это подать. И у нас есть, если это небольшие, как говорится, грехи, то есть такие люди, которые называются у нас в юридической системе дознаватели. Такое хорошее слово, очень диалектическое, что вроде как уже я про вас все знаю, но надо немножко дознать еще, чтобы тогда уже вы, так сказать, не могли убежать. Дознать. А с другой стороны, вы можете сказать, ну так, Михаил Васильевич, вы же это дознание еще. А раз дознание, то значит еще и знания этого нет у вас никакого. А это так, предварительный разговор. Поэтому можно и так трактовать. Итак, трактовать. Если человек разбирается в таких вещах и думает над тем, что провозглашается, он вооружен. А если нет, то он, так сказать, вот становится некой жертвой. Говорит, у меня есть достоинство. Ну, а достоинство это в другом месте будете рассказывать. Правильно? А сейчас вот важно подписали, и будьте здоровы. То есть как здоровы? А дальше вы узнаете, что будет с вами. Для этого есть соответствующие органы. Вот, может быть, штраф, а может быть,
заключение в известные места и так далее. Трудиться можете совместно, а можете и одиночно, а можете и не трудиться. По крайней мере, в этих местах уж, по крайней мере, один час даже в тюрьме строгого режима дают гулять. Я не уверен, что присутствующие здесь все гуляют один час в день. Скорее это не удается. Ну вот есть такие прекрасные места, где будет гарантировано вам. Вот. Тем более там интересные бывают приключения. Например, сегодня же можно, так сказать, получив, так сказать, телефон, а нет таких непроницаемых стен, через которые нельзя получить телефон, их все время отбирают. Они все время возникают у тех, кто находится за этими стенами. А если телефон с интернетом, можно оплатить какую-нибудь услугу. Вот один гражданин оплатил услугу такой, чтобы прилетел вертолет и спустил ему веревку с палкой. Он сел на эту веревку и улетел. К изумлению вообще всей охраны и, так сказать, к восторгу всех заключенных. Ну, поймали, конечно, но такого счастья, так сказать, за такое счастье можно и пострадать. Вот, всем это очень понравилось. Я уж не буду говорить, что вот я свидетель того, как я вот пришел тут рядом, недалеко, находится институт пульмонологии, и я вот пошел туда, в этот институт, и пришел в тот день, когда там одно намечалось, другое намечалось, и тут смотрю, там все грустные, умер человек. А что произошло? А вот вечером он где-то оплатил, чтобы ему принесли наркотики. Ему принесли наркотики, сказали, куда они принесут, через забор передали. У нас все свободы, таких заборов сплошных нет. Он съел там четверную дозу и умер. Ну, ему, может, тяжело было, может, он и хотел умереть. Ну, во всяком случае, вся, так сказать, деятельность на один день в больнице остановилась, все стояли около трупа, я прихожу, а человек стоит, тут врачи в белых халатах и человек с наганом. То есть у нас очень далеко продвинулось общество, и всякие бывают ситуации. Ну, вы поняли, о чем у нас идет разговор. Это вот то, что вы написали, это же правда. Вы не обманывали же никого, вы же с моих слов записано верно, вы написали. То есть вы становитесь, так сказать, игрушкой в руках у тех, кто этим манипулирует. Причем люди, которые манипулируют, они, может, не злостные люди, они манипулируют, потому что они не понимают, что такое истина. Потому что я мог бы вас начать спрашивать, что вы хорошее сделали? А вы бы стали писать, но обычно в этих местах не спрашивают, что вы сделали хорошее. И поэтому вы можете, конечно, написать. Вообще первое, что нужно делать в таких местах, с моих слов записано неверно, и сами излагайте, что я вот на самом деле такой, такой, такой. Потому что никто там не заставляет. Это люди сами вот ловятся на это дело, и они не готовы, как говорится, к революционной борьбе. То есть с моих слов записано неверно, и пишите дальше, и все. И не подписывайте, как может вас заставить тут подписать. Если вы подписали, сказать, ваша подпись, моя, ну так а что тогда, вперед садитесь. Вот такая штука. А есть хоть один человек здесь, который без недостатков? Поднимите руку. Чего, никого нет? И я не поднял. Ну так если мы это не понимаем, то есть если мы, вот так сказать, ловимся на такие штуки, значит, мы не понимаем, что есть правда. Это правда, у каждого есть недостатки. Недостатки же проявляются в отрицательных действиях, согласитесь. Но я не знаю про ваши, может, ваши в положительных. Мои недостатки проявляются в каких-то моих неправильных действиях, правильно? Иначе бы это не были недостатки. И есть, нет таких людей, которые без недостатков. То есть каждый человек противоречив. И это, как говорится, какая наука это изучает? Философия изучает, она говорит, все противоречиво, все противоречиво. Вы не найдете примера, если кто-то хочет там со мной поспорить и попытаться привести пример чего-нибудь непротиворечивого, он не найдет. Поэтому, если человек что-то рассказал с одной стороны и не рассказал с другой стороны, это не истина. А это что? Это называется правильность. Правильность. Кроме правильности есть другое понятие – достоверность.
То есть для того, чтобы выяснить, на самом деле это было или нет, вот то, что товарищ написал, потому что у нас с ним какой-то спор завязался, он говорит, это я хоть и написал, но не совсем так было и прочее. Мы делаем комиссию. Вот товарищ в очках, еще нам еще два человека, вот вы в очках. Ну, давайте, вот и вы в очках, вот эти трое в очках. Люди точно грамотные, потому что они много читали, видно по очкам. И, так сказать, они проверяют все, сверяют, работают. Я уже к нему не подхожу. И тогда они выдают уже что? Что это достоверно. Что значит достоверно? Мало того, что это было, он сам написал. Так теперь еще, то есть как бы, ну, другие говорят, закапывают, но... Это похоже на это, но уже достоверность, то есть проверено и подтверждено, все. Так это истина или нет? Нет. Потому что это все отдельное, выделенное, вырванное из противоречия сторона. И вообще противоречиями надо заниматься не потому, что нам нравится, и что мы любим диалектику, или мы хотим заниматься философией, что на самом деле, как говорится, на свободе можно находиться только тогда, в наше время, если вы знаете философию. Ну, грубо говоря, что я сформулировал. Так вот, если вы знаете философию, так вы знаете, что вот это одна сторона, а где вторая сторона, а их взаимодействие, а что целое, а, значит, что такое положительный человек, который в целом положительный, но у него есть недостатки. А вот подлец – это кто? У него есть положительные качества? Обязательно. Он же ими с помощью этих положительных качеств втирается в доверие. И вот если вы возьмете Уголовный кодекс, там есть замечательная статья, называется «Злоупотребление доверием». То есть вы мне доверили, а я этим злоупотребил и, так сказать, ну, как делал Мавроди. Уже потом, уже бумажек никаких нет. Несли ему, несли деньги. Несли, он говорит, вы скоро будете богатыми. Так, видимо, хотят стать богатыми люди, что никак их не удержать. У меня вот снова была такая история. Мне мама моя звонит и говорит, Миша, ты тут, вот у тебя рядом, там, вот, мы это тебе не сказали. Я живу на 2-м Моринском проспекте, тут вот у нас телевизионный магазин, мы тут купили, заплатили за телевизор, он стоит 1200, а мы заплатили 800. И вот потом мы можем получить телевизор за 1200 через 3 месяца. Я говорю, ну, если вы со мной посоветовались, я бы вам такое не посоветовал, потому что плакали ваши денежки. Вот. И они, конечно, плакали. То есть собрали люди деньги и сказали спасибо тем, кто их сдал. Вот мне мать моя и говорит, Миша, ну ты сходи, там поговори. Я говорю, что говорить-то? Ну ясное дело, так вы же сами же сдали, вас никто не бил. Вы взяли, принесли 800, это когда были сотни тысяч. Вы сами принесли. Ну ты можешь сходить? Я говорю, могу. Ну я пришел туда, там сидит человек, уже не из той фирмы, а из другой, который как бы решает теперь проблему общения с народом. И говорит, мы вот здесь арендуем, мы все, в качестве арендной платы мы будем выплачивать всем. Ну так можно составить график, что вот до вас никогда не дойдет и до вас никогда не дойдет. Там раз в неделю выплачивается, так все идет, идет. Ну какое-то время выплачивали. Вот, а мы потом просто плюнули, бросили и все на этом. Как-то, то есть успокоили людей, что вы ничего не получите. При этом очень был интересный человек, вот этот представитель фирмы, говорит, ну вот вы человек грамотный, он говорит, грамотный, образованный, образованный. Но вы понимаете, что нет такой экономики, чтобы за 3 месяца получить такую прибыль, что вот было 800, а теперь 1 300 000. Ну где вы такое нашли? Есть такие предприятия, которые такие достижения имеют? Есть такие? Нет таких. Значит, вы играли. Согласны? Ну, а что, люди говорят, да, играли. Ну, так вот, я вам объявляю, вы проиграли. Вот и все. Ну, и другие такие штуки есть. Я, так сказать, в свое время, когда, так сказать, преподавал, я учился на матмехе, там около метро Василеостровская стояли люди и кричали, лотерея, беспроигрышная, платишь. Деньги, платишь деньги, если не выиграл.
деньги возвращаем. Беспроигрышно. А рядом, еще более ярко раскрашенный, в такой кепке оранжевой, тетя ходит. А у нас лотерея, если не выиграл, еще и премию получаешь. И вот люди берут деньги, дает 1000 рублей, и говорит, ну, тяните. Раз, вытягивает, там карандаш простой. Или зубная щетка. Как так? Что? Так а в чем проблема? Вы выиграли? Выиграли. Ну, а насчет величины, цены не было разговора. Милиционера позвали. Милиционер говорит, вы грамотный? Грамотный. Ну, вы выиграли? Выиграли. О чем разговор? И все. Ну и если бы не было такого обмана в таких масштабах, я бы не говорил о такой практической значимости нашей науки и философии. Ну нельзя же себя опускать до такой степени, что совсем уже с нами разбираются, как будто мы совершенно безграмотные, тупые, ловимся на любой крючок. Это недопустимо. И грамотные люди должны понимать, что мало ли чего говорят, так вы вдумываетесь, что говорят. Вот. Так вот, что тут истина? Тут еще истина и не пахнет. Это мы говорим, что правильно, что неправильно. Это все отдельные, вырванные куски, да или нет. Так вот, диалектика не построена по принципу «да или нет». Диалектика – это наука о противоречиях. О противоречиях. А что противоречиво? Что противоречиво? Все противоречиво. И если вы то, что противоречиво, берете без противоречий, то это может быть вот правильно или неправильно, но это не истина. Потому что истина, истина тут этим самым не дана. Потому что вы вырвали одну сторону противоречия и сделали ее изолированной. Вы вырвали другую сторону и сделали ее изолированной. Значит, и первое неправильно, и второе неправильно. Вот есть у человека недостатки, я их вырвал и накопал. А это что такое? То есть я отрываю вообще, это ничего общего с истиной не имеет. Вот так сказать. И наоборот, если вы мне будете доказывать, сколько много у вас достоинств, я говорю, да, да, это все достоинство. Ну, вы вот это вот все сделали, сделали, сделали и так далее. Это достоинство – это в другой организации, а в этой организации мы занимаемся только вашими недостатками. И все, идите в другую организацию, там вас будут хвалить и премии давать. А здесь мы можем только… Какие премии? Здесь в этой организации премии вы не получите. Здесь вы получите только место и кормление каждый день. И если строгого режима, то… 1 час вам гарантирован гулять. Вы же не ходите каждый день гулять, хоть здесь погуляете. Меня еще вспомните. Другие уже умрут, а вы еще, поскольку гуляли много, вспомните, сколько вот эти живут люди, которые говорят, что они репрессированы. У меня отец умер в 50 лет, а они в 80 еще никак не умирают. Потому как они все время были на свежем воздухе, а другие люди в это время были в литейных цехах у Мартена. Так, ну вот, так что такое истина? Кто-нибудь может сказать? Как бы это слово, все же слышали. Вот есть хоть один человек здесь, что не слышал слово «истина»? Нету. Что такое истина, молодой человек? Вот там, у окна, там вы все видите, а? Не говорите. Противоречие. Истина – это противоречие. Ничего это себе. Противоречие. А вот, вот, подождите, вот там другой, он руку поднял, а? Соответствие понятия объекту. О, соответствие понятия объекту. А поскольку все объекты противоречивы, то ваше это соответствие можно достигнуть только путем тоже противоречивого изображения этого, да? А как изображаются противоречия? Двумя противоположными высказываниями. Двумя противоположными высказываниями. А как это, сказать, если просто два противоположных высказывания, это все равно непонятно. Так вот, скажем, вот у человека недостатки есть, есть достоинство. Какой он человек, хороший или плохой? Сравнить надо. Больше? Сравнить, что больше, накопать. Я накопал больше, чем другие, поэтому плохой.
А в другой организации там будут разбирать ваши достоинства? Ну, там хорошие. Пишите пока. То есть, на самом деле, чтобы говорить, все достоинства связаны с недостатками, а недостатки связаны с достоинствами. Каждый человек живой, он целый. Поэтому надо ввести еще одно понятие – целого. Целое. Целое бывает либо положительное, либо отрицательное. Вообще целое – это всегда положительное. Вот недостатки могут быть, есть целое и недостатки. А если целое негативное, там, подлец, то у подлеца может быть достоинство? Вот злоупотребление доверием, это вот в уголовном кодексе записано. Человек, ему доверили, он такой ласковый, он такой тактичный, так хорошо говорит, душевно так относится, а потом раз и 35 миллионов украл. Как вот сейчас про некую Ракову написано сегодня в газетах. Она была и в Министерстве образования, и она готовила эти дурацкие программы, которые возмущают родителей. А теперь она в Сбербанке, и они там устроили аферу, которая принесла им 35 миллионов рублей. Ну, это мало по их меркам. Это вот по нашим меркам, может, много. Так разве это деньги? Короче говоря, целое – это что? Вот про человека что надо сказать? Он либо хороший человек с недостатками, или негодяй с достоинствами. Так вот, некоторые достоинства негодяям позволяют внедряться в доверие к людям и сделают этих вот негодяев особо опасными. Особо опасные преступники втираются в доверие. И это относится не только вот к таким негодяям в плане уголовном, а в плане политическом. Вот Никита Хрущев. Он же втерся в доверие к товарищу Сталину. Говорят, вот какой прозорливый был товарищ Сталин. Ну, прозорливый и непрозорливый, но вот... Хотя товарищ Сталин однажды написал разгромную вообще, так сказать, разгромное заключение по поводу статьи Хрущева в газете, что, дескать, как надо развивать село, деревню. Надо так сделать, надо там... Там есть трик деревни. Надо, значит, в одном месте строить большие каменные дома, а те, значит, разрушать. И этому была посвящена большая статья Хрущева в «Правде». Сталин, уже будучи больным и престарелым, прочитал и возмущенный, так сказать, написал по этому поводу заключение, что вот Хрущев не понимает, что надо развивать производство, в ходе производства крестьяне будут богатеть, и у нас села будут преобразовываться все выше и выше. Не отделять, так сказать, вот, от земли, от цветов, от природы, от яблонь, там, от груш людей, а делать такое жилье, которое их возвышает. Но на основе развития производства. Мы, говорит, вся партия и государство занимались развитием сельскохозяйственного производства, чтобы сделать колхозников зажиточными. А Хрущев хочет, так сказать, соединять деревни и поставил во главу угла не развитие сельскохозяйственного производства, а вот какие-то тут перестройки. После этого Хрущев покаянное письмо написал, можно сказать, ползал на коленях и говорил, что я виноват, товарищ Сталин, и так далее. И как только Сталин умер, он стал предпринимать меры, которые в прямо противоположном направлении. И против Сталина, и против его соратников, и против партии, и против коммунизма. И тогда на арену вышли бывшие, так сказать, кулаки или родственники кулаков, ну, вроде Солженицына. И такие, как Солженицын, это типичные люди, которые социализм использовали для личного обогащения. Потому что социализм это позволяет, правильно? То есть, вроде бы, как он предполагает, что люди борются за общее дело, за общие интересы. Но им же платят. Значит, это вот получение этой платы и наличие какого-то места, связанное с повышенной оплатой, может быть взято и поставлено во главу угла. И тогда вот те люди, которые живут при социализме, являются в то же самое время антисоциалистическими элементами, которые здесь находятся. С этими антисоциалистическими элементами государство рабочего класса, диктатура пролетариата все время вело борьбу, и эту борьбу теперь называют репрессиями.
Название правильное. Что такое репресс? Подавление. Да. Пресс – это давить, а репресс – это подавлять. Вот скажите, пожалуйста, рабовладельческое государство подавляло рабов? Подавляло. Вы будете претензии предъявлять к рабовладельческому государству? Ну, рабы же они не люди с точки зрения рабовладельца. То есть, как бы мы с вами воевали, я проиграл. А я был там, может, князь почти, или вождь племени, я проиграл. Значит, какие у меня права? Никаких. Вот как вы решите. Ну, я вам говорю, ну, какой смысл у меня это, убивать? Я же вот для себя вот пищу приготовлю и для вас. А если вы меня убьете, то будет, мы же люди с ним грамотные, так и разговариваем. Если вы меня убьете, и вы сами будете тогда работать. Он подумал, говорит, ну, ладно. Ну, он смотрит за мной на всякий случай. А чуть что, раз, и меня нет. Потому что он имеет право в любой момент раба убить. Рабовладельческое государство подавляло своих противников? Подавляло. Так, феодальные. Все то же самое. Ну вот, если вот Степан Степанович мой крепостной. Что я могу сделать? Убить нельзя. Ну, можно, ну, накажут. Ну, так, мелко, сильно ничего не будет, но да не очень. А бить плетьми, это называется воспитывать при феодальном строе. Подавлять. А вот другим дам в долг зерно, если когда голодный будет год, вам не дам. Это тоже подавление. То есть, и вы, а без зерна вы пропадете, с голода умрете, и никто вас не убивал, а просто вас не будет. То есть феодалы подавляли, то есть репрессировали крестьянство. Так, пришла буржуазия. Мы знаем, как в Великую Французскую революцию отлетали головы прежних, так сказать, руководителей, говоря нынешними словами, да? Или так быстро их и много отлетало, что надо было изобрести специальную гильотину, чтобы это делать механическим путем, потому что ну что так долго это, будете вы пока там отрезать, отрубать, кровь будет раз и все. И тут вдруг нам сообщают, как открытие, что советское государство репрессировало своих противников. А что такое диктатура пролетариата? Ну, если диктатура буржуазии – это подавление противников диктатуры буржуазии, то диктатура пролетариата – это подавление противников пролетариата, рабочего класса, его союзника, крестьянства. Подавлять надо жуликов, воров, тунеядцев, хулиганов, врагов социализма, врагов трудящихся. А если их не подавлять, ну тогда они подавят это государство. И что мы увидели? Ну, так и произошло. Враги социализма подавили своих противников и взяли верх. И теперь спрашивают, а что будет на этих выборах? А что будет? Ну смешно даже думать, что будет на этих выборах. Ну пересядут, вот вы здесь сидите, будете вот здесь сидеть, а вы здесь сидите, вот здесь вот там будете сидеть. Разница-то какая? Как писал Карл Маркс про выборы? Что представителю угнетенного класса один раз в 5 лет дают возможность решить, кто из представителей угнетающего класса будет представлять и подавлять его в парламенте. Вам не нравится вот этот Иванов подавлять? Выберите Петрова из того же самого класса. У вас вопросы? Ответ у нас будет отдельные вопросы. У нас зарезервировано время на вопросы. Там новое явление замечено, ну, по крайней мере, мне так кажется. Это мы, вот сейчас у нас закончится, вот у нас идет лекция строго. После лекции будет перерыв, а потом будут ответы на эти вопросы, которые связаны с материалом лекции, и на все остальные. А сейчас нам важно такой вывод сделать, что вся жизнь противоречива, в том числе и развитие любого общества противоречива. А как вы думаете, при полном коммунизме будет движение противоречия или нет? Конечно. Да или нет? Вот борьба нового со старым. Будет или нет? Ну, будет, конечно. Ну так вот, а когда новое рождается, оно сильнее старого или слабее? Слабее. Значит, новое передовое, хоть оно и 100 раз передовое, слабее
Я сейчас Сталина излагаю. Сталин об этом писал. Очень особенно хорошо. А раз оно слабее, вот если вы меня слабее, что будет из нашей борьбы? Кто победит? Ну, я. Ну, если оно действительно передовое, победить-то я победил, но я же вас не могу совсем затоптать. Не получится. Потому что если бы вы были какой-нибудь отсталый, ну, и никто бы про вас не вспомнил, а то вот про меня не вспомнят. Поэтому, а вы все растете, и вот это новое передовое, будучи слабым и беззащитным, постепенно усиливается, и, наконец, вы становитесь вровень и начинает побеждать. Тем более, что говорят, вот, нам не дают, у нас не получается. Ну, какой другой способ научиться побеждать? Бороться тогда, когда ты еще не побеждаешь. А у нас нет, вот у нас вот я готов бороться, только при, если вы мне напишете, что я все время буду побеждать. Как вот что-то сделал, так попал. Но так жизнь не устроена. Мы же об истине говорим, ну нету такого в жизни, нету. И вот если это действительно передовое, оно наконец начинает теснить старое. И вот, наконец, я вас поздравляю, вы господствуете, меня вы... так сказать, стороночку отодвинули, за былые заслуги, так сказать, не сильно били. А вот рядом вот сидит молодой человек. А он опять начал вот новое передовое. А вы со своим старьем тут сидите и уже надоели. А вот он, а вы его раз к ногтю, потому что у вас вся сила, а у него ничего. Ну, у него ничего, но он молодой, так сказать. Он смотрит, ничего, вот посмотрим, кто из нас раньше умрет. И он, глядишь, и он взял верх, и так все время. Будет это при полном коммунизме? Будет. В науке, в культуре, где вот новое что-то появляется, везде. В одной голове, в двух. Ну, чтобы что-нибудь родилось на практике или в теории, сразу в 10, в 100, в 1000 голов. Бывает такое? Да не бывает такого. Поэтому как-то вот люди, которые сюда пришли и немножко прикоснулись даже к философии, немножко... должны как бы нормально относиться к тому, что в обществе идет борьба. И она и была борьба, и будет борьба. И никогда она не закончится. Только она, виды ее меняются. И если это вот речь идет о репрессиях, ну вот этот самый Вдудь написал про репрессии. Уже его опять сделали новую волну, хотели разогнать на канале «Академия смыслов Лобио», я такой вот ролик записал о репрессиях, вот то, что я вам сейчас рассказывал. И как-то они успокоились. Ну, хоть бы на меня нажаловались или стали протестовать, никто не протестует, и затихли. А то вот новое уже сейчас. Вот ужас какой! Ужас. А какой ужас у нас сейчас, у нас весь народ репрессирован. Так? Репрессированный народ. Его бросили в нищету. А в чем это выражается? Давайте самое главное возьмем. У нас до 91 года, это окончание переходного периода к капитализму, с 61 по 91, 30 лет. До 91 года у нас смертность была меньше рождаемости. А с 91 рождаемость ниже смертности. Ну, что еще нужно? Какой критерий? Какой критерий еще нужен, чтобы понимать, что это в реакционное положение мы попали? Это нормально разве для общества, что оно вымирает? И тогда мы... Сначала было очень трудно получить гражданство российское. Сейчас этих приглашают, и тех приглашают. Приезжайте, мам, легко, оформим все. Паспорта грузим и отправляем в другие места, потому что смертность... превышает рождаемость. А так было бы хорошо. Вышел бы президент и премьер, и сказали, у нас рождаемость превысила смертность. И сколько лет уже идет? Десятки уже пошли, и нет этого. Почему? Ну, строй такой, видимо, сильно прогрессивный пришел. Сильно прогрессивный. Нам сказали, новые. Хотя Горбачев для тех, кто внимателен к категориям, к словам, говорил «перестройка». Что такое перестройка? Медленно говорю «перестройка». Чего это такое? Это изменение общественного строя. Какое изменение? Был коммунизм, стал капитализм. Чего тут непонятно? Очень все понятно. Поэтому Ленин говорил, что от этих перестроек получается такое бедствие, что я большего бедствия и не знал.
А почему товарищи коммунисты это пропустили? Ну, не все же такие были, так, которые были за капитализм. Были же коммунисты. Слабенькие были коммунисты. Вот они, скажем, вот такую учебу, какую мы с вами организовали. Мы с вами ведь организовали. Мы же не одни организовали. Для этого надо понимать, что это нужно изучать. Для этого надо прийти и потратить на это время. Лучше на это потратить время, чем все поздавать. Правильно? И если речь идет о борьбе, ну, надо, чтобы в борьбе вы были, ну, там, специалисты, а не такие, что с вами каждый может побороться. Я вот, например, не ощущаю, так сказать, у меня много выступлений, так сказать, есть работы, и книги. И кто на меня нападает? А никто на меня и не нападает. Кто на меня будет нападать? Ну, то есть надо, сказать, вот, вооружиться. Таким образом, чтобы вы могли в любой полемике и в делах выигрывать, а не проигрывать. Нам не надо этих поражений. Хотя без поражений не бывает побед. То есть тот, кто думает, что будут одни победы, ну, это, я думаю, через край. Я думаю, таких людей мы не найдем здесь. Ни с этой стороны, ни с той стороны и так далее. Вот, так вот, истина. В двояком смысле понимается философия. Или соответствие понятия объекту. Если объект противоречив, а то, что вы про него говорите, не содержит отражения этого противоречия, это не истина, это правильность, достоверность. Проверяем, да, получаем. Это значит, что вы истины не добыли. Это теоретическая истина. Но это не самое главное. Если бы человек был бы просто, так сказать, отражателем таким. Ну вот, например, прошел дождик, лужа. Вы посмотрели в эту лужу? Хорошо отражает? Вот если у меня, вот у меня здесь значок, это знак латышских стрелков. Рубикс мне подарил на Ленинской конференции. Первый секретарь Компартии Латвии, который 5 лет просидел в тюрьме, когда закончилась борьба против репрессий. Вот он с какой стороны будет у меня значок? С другой? Даже если его лужу вы, так сказать, посмотрите. Хотя лужа правильно, в принципе, отражает. Зеркало правильно тоже отражает, но там будет право-лево поменяется. Отражение. Так и все животные отражают. Что, кошка не видит вас, что ли? Или собака? Или мышь, или лягушка, или заяц, они тоже так же, или волк, они тоже видят. Хотя волк, когда смотрит, его интересуют не ваши глаза, а как бы вас использовать в качестве пищи. Поэтому, что отличает человека, человека отличает его преобразующая деятельность. Прежде всего труд, а труд, писал Маркс, это процесс, совершающийся между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Это труд в политико-экономическом смысле. А в широком смысле любая деятельность полезная, общественно полезная, тоже может называться трудом. И мы должны различать труд в политико-экономическом смысле и труд в широком. Почему? Ну, если мы с вами не просто философы, а придерживаемся исторического материализма. Исторический материализм призывает нас смотреть на все с позиции примата производства. Что было производство первобытно-общинное, была одна формация, было производство рабовладельческое, было производство феодальное, капиталистическое, сейчас 1,5 миллиарда уже людей живет в социалистических странах, при этом непосредственно в стране, построившей социализм, в КНДР, живет всего 25 миллионов человек. Но рядом, в Китае, который завершает уже социалистическое строительство, в Китае живет 1,4 миллиарда. Да, в Лаосе еще 6 миллионов. Да, во Вьетнаме. Сколько во Вьетнаме человек? А? Около 100. Да, почти 100 миллионов человек. Это страна, которая победила Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки никого не победили сами по себе. Ну, кроме Мексики рядом, они там на границе воевали и победили.
Еще бы не победили. И кубинских добровольцев на одном из островов они победили. Но не на Кубе, конечно. Так вот, если мы с этой стороны посмотрим на истину, истина – это преобразующая деятельность. И вот это преобразование, которое тоже представляет свое соответствие, но соответствие того, что получилось, тому, что задумывали. Соответствие понятию того, что результата деятельности, понятию, которое вы поставили во главу угла. И вот это отличает человека. То есть человек, который может преобразовывать жизнь, природу. Не жизнь преобразовывать человека, а человек. И вот эта преобразующая деятельность человека, поэтому в коммунистическом производстве, в коммунистическом обществе носит плановый характер. Потому что план – это и есть как раз. Это выражение в понятиях того, что должно произойти с обществом через некоторое время. Сейчас, несмотря на то, что у нас есть закон о стратегическом планировании, никакого стратегического планирования нет. Вот, так сказать, то, что входит непосредственно в ту тему, которая у нас обозначена как философия и проблема истины в марксизме. То есть вот эту истину мы должны будем добивать. И высокая истина является не только теоретической истиной, но и практической истиной. Как преобразовать тот мир, в котором мы живем, в соответствии с интересами громадного большинства, а не ничтожного, объевшегося меньшинства. Вот, собственно говоря, задача, которая стоит. Теперь у нас объявляется, как нам рассказывал проректор, объявляется 10-минутный перерыв, а я немножко задержался ровно на то время, которое нам потребовалось для объявлений. Через 10 минут мы сюда возвращаемся из, так сказать, фойе. Через 10 минут... А ответы могут быть на те вопросы, по которым шла лекция, но, как мы договаривались, у нас общественный университет. И я не могу вам сказать так, что у вас вот есть мысль какая-то, какой-то вопрос, который связан с вашей работой, с вашими проблемами, с дискуссиями, которые у вас есть. А я вам скажу, вот будет 12-я лекция, тогда задавайте. А вам завтра нужно ответить. Вы придете завтра на работу, вы скажете, ну так что вы там в своем университете? Так вот, мы договорились, что наши преподаватели 50 минут до окончания, то есть до 9 часов, будут отвечать на вопросы, любые. Они достаточно квалифицированы, но кто-то не знает ответа, он скажет, не знаю. Я думаю, что таких людей, которые вообще все знают, я думаю, нету. Поэтому, может быть, кто-нибудь что-нибудь не ответит. Но основная масса, так сказать, вопросов как раз оказывается такой, для которой ответы есть, и мы найдем и расскажем. Перерыв, 10 минут. Так, пожалуйста, ответы на вопросы. Вопросы и по лекции, и те, которые вас волнуют, независимо от этой лекции, или зависимо от этой лекции, но которые для вас представляют интерес. Пожалуйста, кто хочет, поднимайте руку, встаете и говорите. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марат Ибрагимов. Я неоднократно при просмотре и прослушивании материалов РЕН-ТВ, Красный университет, слышал, что медицина не является наукой, потому что в ней нет научного метода. Вот, нет, я врач, мне интересно, почему именно так? Значит, объект медицины очень сложный. А метод, вы-то что такое метод знаете? Можете сказать? Не научный метод, а что такое метод? Ну, прежде чем знать, что такое научный, надо узнать, что такое метод. Метод что такое? Метод – это способ определенный. Ну, определенных способов у нас сколько угодно. Любыми способами можно действовать. И так, и так, и так, и так. Это что? Это метод будет? Это не диалектическое определение. Вот определение метода такое. Даю. Осознание формы внутреннего самодвержения содержания рассматриваемого предмета. Осознание формы внутреннего самодвижения содержания. То есть медицина настолько сложная наука, особенно в связи с тем, что вот есть новые открытия, в том числе связанные с наследственностью, которые пока не позволили
построить единую научную систему, систему знаний, которая была бы, отражала бы все самодвижение. То есть есть много достижений в самых разных областях медицины. И есть разные специалисты, которые являются, имеют блестящие достижения. Сказать, что в целом у нас такая же, вот скажем, система, как вот удалось сделать или таблицу Менделеева, да? Когда можно было раз и определять еще не найденный элемент, а уже знать уже его свойства и характер и так далее. То есть, конечно, до такой степени медицина пока не дошла. В силу чего? Не в силу слабости медицинских работников или ученых, а в силу того, что, во-первых, это сложно, и, во-вторых, когда выяснилось, что это связано не только с практикой медицинской, а и с генетикой, и с всякого рода явлениями, которые в должной степени не изучены, возьмите тот же самый коронавирус, который сейчас есть. Поэтому надо говорить не о том, что у него нет научного метода, а ей не удалось построить вот эту систему самодвижения категорий. Это задача, которая стоит не только перед медициной, а перед, в том числе и перед теми, кто занимается философией, диалектикой, потому что без учения о противоречиях, а человек-то уж тем более противоречив, правильно, и, так сказать, болезнь – это отрицание его жизни. Если это отрицание, так сказать, возьмет верх, то значит жизни не будет. Поэтому это очень сложная задача, и это так вот я бы не формулировал, что у него нет научного метода. У него очень много научных разных методов медицинских, но единой системы, которая была бы, помогла бы построить медицину так же, как построен капитал, или как построена наука логики Гегеля, или как построена вот химия. А в физике сколько систем? Две всего. Это есть или физика, которая является, так сказать, более современной физикой Эйнштейна, и физика Ньютона, и все. Ученых очень много, и каждый внес там свой вклад в развитие физики. Но системы знаний, система знаний, есть такая система знаний, что вот взял, прочитал эту систему знаний или изучил, и ты понял, так сказать, вот освоил метод медицины. Пока этого нет. Это относится не только к медицине, это относится вообще ко всем, так сказать, сложным таким вещам. Вот что надо иметь в виду. А это вовсе не умаляет достижений в самых разных областях медицины, которые вполне научны, и методы вполне научны. Но это еще не значит, что создана целая система. Это задача, которую предстоит решать. Второй вопрос у вас там был. Михаил Васильевич, мне не совсем понятно, как понять, что у истины вот в тот или иной момент есть вот проблема. Как же выявить проблему в истине? Проблему в истине? Да. Не очень я понимаю вопрос. Проблему в истине. Во-первых, я про проблему ни слова не говорил. Что такое проблема, вы можете сказать? Проблема – это что-то происходит неправильно. Я так понимаю, тогда я вам скажу, что такое проблема. Проблема – это трудноразрешимая задача. Так. Что тут не выяснить? Это понятно. Вот трудноразрешимая задача, да, таких много. И что? Тогда ваш вопрос тогда повисает. Вот что вы хотите спросить? Видимо, я не понимал самого понятия проблемы. Да, проблема – это трудно разрешимая задача. Да. Вот и все. Легко разрешимая задача, проблему нельзя назвать. У нас, говорит, проблема, вот у вас есть проблема задать вопрос? Нет. А проблема ответить на него? На некоторые вопросы я, может быть, не смогу ответить. Тогда это будет проблема, правда? Трудно разрешимая. А если я смогу, значит, это не проблема. То есть проблема только тогда мы употребляем это слово. Не тогда, когда вот красиво хотим сказать, а тогда, когда это трудноразрешимая задача. Если она вообще неразрешимая, то она уже и не проблема. Какая проблема? Нет вот этого, и не будем это делать. Спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста. Михаил Васильевич, попробую с предыдущего
вопроса, оттолкнуться от него. Оттолкнуться или, или наоборот? То есть вы его отталкиваете или притягиваетесь к нему? Я солидаризируюсь с этим вопросом, и в рамках этого вопроса вот хочу пояснить свою уже проблему. Нет, вы вопрос задайте. У нас вопрос сейчас... задаю. Давайте. Является ли, сейчас я обрисую ситуацию, является ли это трудно разрешимой задачей или легко разрешимой задачей? Вот такая ситуация у нас на производстве, что приходит, значит, управление, человек по управлению персоналом, и он начинает, значит, чтобы понравиться руководству фирмы, начинает с дисциплинарных мероприятий. Он так называет, хотя мероприятием является, ну, там, я не знаю, субботник, там, сборка станков, там, что-то такое. А вот дисциплинарный, он буквально дублирует то, что мы уже все знаем, рабочий коллектив, да, сколько мы ходим на перекуры, сколько, когда у нас обед, когда... Он просто это составляет в бумагу, уже нам известное, и с тем, что, значит, он подтягивает это к материальному вопросу потихоньку, что если мы не делаем этого, мы уже должны расписаться за то, чтобы там, лист ознакомления, что мы, значит, 3000 рублей там с нашим живут. А если вы не будете расписываться? Я первый, кто не расписался, за мной не расписался второй, за там еще третий, потом... Так и в чем проблема? Начали раскусывать. Значит, я этому товарищу говорю, у нас есть вопрос обучения, у нас очень большая текучка, у нас работодатель наш может, значит, нанимать иностранных рабочих со Средней Азии, которые ничего не понимают и соглашаются много работать, не развиваясь в профессии, например, бригадиру, который 4 года работает. Я объясняю, что такое шероховатость. То есть я беру книжку и просто ему объясняю. Он понимает ее как бы руками, да, а он не понимает этих понятий. Как проблема не сформулировали? Проблема в том, что для меня просто, что нужно организовать этому товарищу, который пришел руководителем производства, ему нужно организовать нам обучение. Ну, почему вы думаете, что в этом проблема? А у него в этом проблема. Почему? Потому что он... Ему нужно или вам нужно, чтобы он организовал? Кому нужно? Нам. Вот, но если вам нужно, с это... Кем мы вот с кем я удалось мне поговорить, нам всем рабочим нужен рост профессии. Обучение нужно. Хорошо. У вас коллективный договор есть? А? Коллективный договор есть у вас? Коллективного нет. Значит, все, что вам нужно, все должно быть. И все, что не... делается пока. Угу. Все, наш закон, который существует, трудовой кодекс, позволяет сделать в коллективном договоре. Коллективный договор – это локальный нормативный акт. Локальный – это значит, что он действует, такой закон, который только на вашем предприятии действует, и только для ваших работников. Это первое. И второе, что в отличие от всех законов, вот приняла Дума закон, он будет действовать, пока не отменят. А этот скисает закон, через 3 года его не будет, то есть он только на 3 года. Если вы не подсуетитесь через 2 года и не подготовите новый проект коллективного договора, вы останетесь ни с чем, а до этого у нас были отличные условия. Так вот, в коллективном договоре по закону могут содержаться лучшие условия, чем в законе, чем в нормах, которые установлены законом государства, а хуже не могут. Но если вы их туда не вписали, и у вас нет проекта, и вы за него не выступаете, или не собрали большинство голосов, если вы не выполнили ту процедуру, которая предусмотрена буржуазным государством, и которую многократно хорошие организации и работники проводили эту процедуру, значит, вы останетесь без решения этой проблемы. А то, что она проблема, я с вами сразу соглашусь, потому что составить коллективный договор – это еще не проблема, потому что вы составите коллективный договор, который улучшает ваше положение, но на бумаге. А вот для того, чтобы он стал законом предприятия, то есть чтобы он был принят, надо, чтобы вы
прошли соответствующую процедуру, и чтобы... А эта процедура может состоять из чего? Сначала переговоры с работодателем. Вы можете просто переговорить, потому что некоторые товарищи, ваши коллеги говорят, ну, просто надо встретиться с генеральным или с его замом и ему рассказать, а он все поймет и все нам сделает. Ну, так и на это надо выделить вот этих людей, которые очень расположены поговорить и думают, что им все и сделают. Пусть они и живут эти иллюзии. Поэтому первый шаг – это вот как раз собрать тех, которые очень верят начальству, и послать их на переговоры. Послать вы их можете одним путем. Большинство коллектива должно подписаться за то, что Иванов, Петров и Сидоров, если еще там пара, 5 человек пойдут, их должны освободить от работы с оплатой по среднему. А вот если не будут освобождать с оплатой по среднему, а у вас есть больше половины, это уже нарушение, и вы можете уже привлекать к ответственности вашего директора генерального. Это первый шаг. Второй шаг, вот, допустим, убедились товарищи, что из этого разговора ничего не получится, вам там картуз натянули на нос, и этим все и закончилось. Тогда вы уже делаете другие переговоры. Значит, коллективные говорите, что мы хотим провести, выставили требования и хотите осуществить коллективный трудовой спор. Вы вправе начать коллективный трудовой спор, он начинается с момента, когда ваши требования отвергаются. То есть, если директор или генеральный директор отверг, значит, начинается коллективный трудовой спор. Не отверг, значит, нет спора, значит, он должен удовлетворить ваши требования. Промолчал тоже, начинается коллективный трудовой спор. Опять-таки, участники переговоров по коллективному трудовому спору освобождаются от работы с оплатой по среднему до 3 месяцев. Зачем? Затем, что они должны, может быть, 2 часа в неделю сидеть на переговорах, а все остальное время ходить на рабочие места, разговаривать с товарищами и говорить им, что нам говорят, что мы говорим, какая ситуация, и искать поддержки. И дальше, если это не кончится на переговорах вашим выигрышем, вы пишете протокол разногласий, можете попросить протокол разногласий администрации, но одного достаточно. И тогда вы начинаете уже собирать снова подписи или конференцию, или собрание для проведения коллективного трудового спора. А коллективный трудовой спор предполагает стадию примирительной комиссии, которая на самом деле реально обычно проходит, б, приглашение посредника, который сводится к написанию бумаг, потому что если вы предложите свою кандидатуру, я ее не возьму, потому что я знаю, что вы предложили того, кто будет вас поддерживать. А если с другой стороны дается посредник, то другая сторона не принимает. Поэтому кончается это констатация в протоколе и все. Следующая стадия – это трудовой арбитраж. Если стороны заранее согласились выполнять решение трудового арбитража, то есть представитель государства, представитель работников и представитель администрации. Вот если... Но кто будет заранее соглашаться на неизвестно что? Никто. Поэтому еще раз будет составление протоколов. И после того, как закончились эти примирительные процедуры, вы получаете право решать вопрос о забастовке. Право получаете. То есть вам надо снова собирать или конференцию, или собрание, или собирать подписи. И тогда вы получили право на забастовку. Вы должны указать в решении, и то решение, которое будет письменно записано, и под ним подпишется большинство, что вот у вас забастовка бессрочная рекомендуется. Почему бессрочная? Потому что срок закончился забастовки, а кто-то еще по-прежнему сидит и не приступил к работе, раз, его уволили. Зачем вам это надо? Бессрочная, то есть раз. Во-вторых, форма ее, вот эта форма постановки бессрочная. Во-вторых, частичная, то есть, допустим, 1 час в день. Ну вот после обеда вы 1 час будете обсуждать, как дальше вы будете действовать. Свободное у вас время будет для обсуждения и организации. И третье, вы избираете стачечный комитет. По закону стачечный комитет
уведомив за 3 дня, может изменить форму забастовки. Может передвинуть этот час перед обедом, может с утра его поставить, может вечером его поставить, может сделать 2 часа в день, может полную забастовку сделать, потом попугает начальство, а через 3 дня опять изменит форму на часовую и скажет, ну давайте будем все-таки договариваться, или вы нас не хотите. То есть колоссальные права у забастовочного комитета, если вы до этого дела дошли. Вот передовые профсоюзные организации до этого дела дошли, это дело сложное. Сложное, но законное. И в данном случае у вас преимущество в том, что вы строго придерживаетесь закона, и никто ничего вам сказать не может. Вот, например, докеры, когда у них образовался забастовочный комитет, они пригласили замдиректора по режиму, и пошли в линейный отдел милиции, провели там совещание по вопросу о том, как будем обучать членов народной дружины, которая составлена так. Каждая бригада – это отряд дружины. Потому что могут своровать, могут испортить. Кто будет виноват во время забастовки? Кто? Забастовочный комитет. Ну, раз так, значит, надо, чтобы были обучены люди, там, дзюдо, айкидо, боевое самбо и так далее. В общем, когда до этого дела дойдет, ваш генеральный поймет, что лучше ему сделать то, что вы просите, и не доводить дело до такой ситуации, когда он потерял вообще контроль над коллективом, полный контроль забастовочного комитета. Если у вас забастовка бессрочная, вы этот забастовочный комитет можете оставить навсегда, прекратить забастовку, то есть превратить ее просто в забастовку такого рода, что у вас забастовка остается, но вы работаете на 2 минуты меньше, на 5 минут или на 10 минут меньше, чем обычно, и все. И, так сказать, продолжаете, так сказать, держать у себя, кроме профсоюзного органа, еще у вас есть забастовочный комитет. И вот из этих забастовочных комитетов, может быть, потом, если они будут на многих предприятиях, можно составить городской совет рабочих. И тогда встанет вопрос о том, чтобы и власть поменять. Хорошо. Так уже, длинная дорога такая, Михаил Васильевич. А вы как думали? Я ничего не думал. Длинная. Первоначально тогда как создать профсоюзный комитет? У вас есть профсоюз? Нету. Если профсоюза у вас нет, значит, вы можете или создать какой-нибудь комитет у какого-то профсоюза, который близок вам по содержанию, и с ними договориться, что у вас будет создана профсоюзная организация. Либо вы создаете профсоюз. Для этого достаточно 3 человека для образования профсоюза. Вот я, вы, вот товарищ здесь сидит. Составили протокол, избрали председателя, вас председателем, вы придумали, и все. И действуйте дальше. И что должен делать ваш профсоюз? Пока набирать членов. Потому что если у него там раз-два и обчелся человек, то, как вы понимаете, все рассчитано на большинство здесь. Вот все есть закон на большинство. То есть это длинная дорога. Некоторые товарищи первым делом бегут сразу сообщать своему генеральному директору, что у них создан профсоюз. Ну, их выгоняют. Зачем вам? Вас никто не обязывает информировать о том, что... Я не бегу. Не надо. Не надо, во-первых. Во-вторых, пока у вас не будет большинства, ваш профсоюз ничего решить не может. А вот собирайте большинство. Это понятно. Ну, все. У нас большая проблема и очень распространенная. И в нашем городе, и в других городах России. У нас можно нанять массу этих рабочих, которые вообще ничего не понимают. И средней армии. Значит, давайте мы решим так. Нужно не рассказывать проблемы, а рассказывать про то, как их решать. Вы же будете их решать, эти проблемы. Вот будет профсоюз, будете решать. Спасибо. Следующий. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Меня зовут Мельников Андрей, я студент 2-го курса и преподаватель по экономической теории. Мне дала тему... Концепция перехода от капитализма к коммунизму Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Соотношение в ней эволюционного и революционного подходов. Замечательно. Вот. И я, как человек, будучи неподкрепленной всякой теоретической базой, по этому вопросу хотел бы узнать, как бы вы мне ответили на этот вопрос или, может быть, подсказали, как можно подготовить. Ну, как вы понимаете, вот если для концепции Маркса и Энгельса
Это должно быть я вам подсказать или Маркс и Энгельс должны вам подсказать? А как они вам могут подсказать? Вы откроете Маркса. Вот что надо взять у Маркса? Во-первых, возьмите его критику Готской программы. Она специально посвящена тому, этому переходу. И это короткая работа. Это замечание на, так сказать, германскую, программу германской социал-демократии. Энгельса, критика эрфуртской программы, как они видели себе переход, они там подчеркивают необходимость диктатуры пролетариата. Ленин, он марксист? Ну, марксист он или нет? Вот Ленин себя считал марксистом. Везде считал марксистом, и что вот, и он рассказывал, в чем суть теории Маркса. Вот с точки зрения Ленина, вот вы возьмите такую очень выдающуюся его работу в 40-м томе полного собрания сочинений «Выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата». Там Ленин объясняет, что никакими выборами вы никогда от капитализма к социализму не перейдете. Потому что правящий класс имеет все рычаги влияния, воздействия, которые превышают те рычаги, которые есть у угнетенного класса. И по этому поводу Маркс писал, что в чем смысл выборов в буржуазном обществе, что каждому гражданину позволяется один раз в 5 лет решить, кто из представителей господствующего класса будет представлять и подавлять вас его в парламенте. Вы можете пойти и решить. А вот Ленин в своей работе, которую я вам назвал «Выборы, учредительное собрание и диктатура», это показывает, что мы участвовать-то в выборах должны, и мы участвовали, и получили 2-е место по выборам в учредительное собрание. Но мы были бы дураки, если бы мы думали, что через выборы можно перейти к социализму. К социализму надо переходить другим путем. Вот мы создали советы, вот эти советы получили, в них получили большевики большинство. Когда был первый съезд советов, большевиков не было, и поэтому никакой советской власти и не было у нас. Хотя съезд советов был в 17 году. А вот когда уже был второй съезд советов, когда в Московском совете большевики были в большинстве, в Петроградском союзе, в войсках Северного фронта, вот мы, говорит, взяли власть, и после этого уже у нас в руках были все рычаги воздействия на население, и бумаги, и газеты, и все органы, и все средства, которые позволяют привлечь на свою сторону большинство народа. Мы понимаем, что для строительства социализма, для социалистической революции надо иметь на своей стороне большинство народа. Для этого надо взять власть и использовать государственную власть для привлечения на свою сторону большинства народа. Вот примерно так излагается это у классиков. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще какие есть вопросы? Там вопрос, пожалуйста. Да. Михаил Васильевич, еще раз про истину. В школе это соответствие понятия объекта. А вот тогда подмена понятий – это проблема истины? Что? Вот если истина – это соответствие понятия объекту, то уж… Или объекта понятия. Или объекта понятию. Или объекта понятию. Два вида истины. Если истина теоретическая – это соответствие понятия объекту. То есть действительности. Вот если мы правильно изображаем мир, это истинное изображение, то есть соответствие. А практическая истина состоит в том, чтобы вот вы придумали, как его преобразовать, этот мир, и вы, хотя вы придумать должны с учетом тех законов, которые есть в этом мире, правильно, объективных, и вот вы его преобразовываете. А вот. Если кто-то подменяет понятие? Если кто-то подменяет понятие, это подмена понятия, а не понятие истины. Это не проблема? Это не проблема истины. Подмена понятия – это ложь. Спасибо. Там вам, я вас спрашиваю про чайника, вы объясняете чайник, это некое, и показываете мне чашку. Вот вы так хотите. Иногда происходит. Так это никакого отношения к истине не имеет вообще. Это другой вопрос. Это вопрос лжи. Спасибо. В чем состоит ложь? В том, чтобы назвать одно вещь другим. Сильная. Да, исказить, извратить. В этом состоит ложь. Так, пожалуйста, давайте. Меня зовут Денис. Следующий вопрос.
Помимо истины, ну, в соответствии понятия объектного, есть также абсолютная истина и относительная вера. То есть абсолютная истина 2×2=4. А относительная истина, как было, то, что Земля считалась центром Вселенной. Но это не так. Вот. Вопрос. Есть ли абсолютная истина в общественной жизни, то есть или в марксизме? Это уничтожение частной собственности? Значит, с чего вы взяли, что 2×2=4 – абсолютная истина? У вас 2×2 с левой стороны написано? Да. А 4 – с правой. Но если 4 с правой, оно же это не такое, как 2×2. Где вы видите это? Где же тут абсолютная истина? Это тождество называется. Тождество. А тождество – это тождество различное. Вот сейчас у нас есть разные приборы, по которым вот ездят у нас такси. Вы расстелите на Земле вот это самое 2×2=4. Это координаты 2×2 и координаты 4 будут разные. Правильно? Поэтому это в математике, там есть правильность как раз, она построена на правильности, а не на истинности. Вот 2×2=4, но никогда нет двух равных и только равных вещей. Правильность математика дает, а вот истины в данном случае нет. Тождество всегда тождество различного. Вот мы с вами люди. Это тождество? Да. Но уже мы различные же люди. Тогда мы с вами не равны. Так мы равны с вами или не равны? Вы человек, я человек. Я говорю, что мы с вами люди, мы с вами равны. То есть, и либо мы равны с различием, либо мы различны с равенством. Только такое вот. Это называется диалектика тождества и различия. И диалектику тождества и различия вы учение о сущности можете прочитать. Вот таким образом. Так, пожалуйста. Меня зовут Игорь. Я хотел бы спросить, если у нас с точки зрения марксизма капитализм должен под действием пролетариата перерасти в коммунизм в конечном итоге с уничтожением государства, да? То вот мы... Коммунизм точно никому ничего не должен. Коммунизм не должен, тем более перерастать он не должен. Ну, переродиться. С уничтожением государства. Он же, коммунизм же это противоположность капитализму. То есть он должен появиться из него, из капитализма. Ничего он не должен. Он вам ничего не должен. Почему он должен-то? Есть капитализм, может перейти в коммунизм только благодаря классовой борьбе рабочих. Вот рабочие, борясь за свои экономические интересы, не могут эти интересы удовлетворить в рамках капитализма. Поэтому они разрушают капитализм и строят социализм. У вас субъект пропал. У вас вы капитализм должен. Ничего он не должен. А вот рабочий класс, вот тот является тем революционным классом, который совершает этот переход. А другие, трудящиеся, ему помогают. Так вот, допустим, если мы сейчас возьмем современную Францию, да, вот эти все забастовки, их социальные протесты, возможно... Социальные протесты мы не возьмем вообще, нам их нечего брать. Социальные протесты означают, что люди никакой цели не имеют. Если я протестую против вашего выступления, вместо того, чтобы рассказать, что в нем правильно, что неправильно, это совершенно пустое действие. Я вот протестую против такого. Давайте ваш вопрос. Протестую. То есть протест – это сугубо отрицательное действие, которое радует всю буржуазию. Давайте вы все протестуете. И что? Я вас бью, а вы протестуете. Я у вас все отбираю, а вы протестуете. Вот будете уходить, курточку оставьте здесь. А можете протестовать? Могу. Ну, протестуйте. А я вот приглашу двух товарищей, и вы протестовать не будете. Они вам скажут, идите пока целы. Прогуляйтесь там, освежитесь. То есть не надо притягивать протестные действия, самые тупые, бессмысленные. Вот это буржуазия их организовывает. Еще есть целые группы, ходят, так сказать, так называемых протестантов, ездят по всему миру и устраивают такие там, там сожгут что-нибудь или разгромят баки мусорные, вот там перевернут и так далее. Это люди, которые устраивают цирк-концерт. И рабочий класс вместо того, чтобы
соответственно, вот тому, о чем мы говорили, бороться за свои интересы. То есть сначала создать свой орган. У вас есть забастовочный комитет? Нету. Если нет забастовочного комитета, все, дальше никакой борьбы нету. Серьезной. Без забастовочного комитета. А забастовочный комитет во всех странах сегодня капиталистических забастовки разрешены. Во всех. И у нас в Конституции 37-я статья. И в Трудовом кодексе. Вам дается право на забастовку, а вы вместо того, чтобы организовать забастовку, протестуете. Я протестую, что вы не знаете. Так я должен не протестовать, что вы не знаете, а постараться знания дать. А вы будете протестовать против того, что я вам сказал. Это пустые дела. И вот посмотрите, у нас весь эфир заполнен. Протестные действия, кому они нужны? Это совершенно, совершенно не направленные, не преобразующие действия. Это люди отказываются от изменения существующего мира. Эти все люди выброшены из жизни, которые протестуют. Спасибо. Пожалуйста. Да. Да, Васильевич. Да. У меня вопрос такой. Мы понимаем, что Карл Маркс, он основоположник марксизма, и Владимир Ильич Ленин тоже теоретик марксизма. У меня возник такой спор с одним человеком. Являются ли Троцкий и Сталин теоретиками марксизма? Троцкий? Нет. А Сталин? Сталин, да. А почему Троцкий не является теоретиком? А нет, никакой теории, ничего, в теории никакого вклада Троцкого нет. Нету. Вот я все читал, так сказать, искал, не нашел. В чем вклад Троцкого? То, что он там выступал, там выступал, там выступал, метался все время. Он же, во-первых, был с меньшевиками, потом и выступал за беспринципный, организовал беспринципный августовский блок меньшевиков. Хотел собрать снова меньшевиков с большевиками, и тогда большевики не победили в социалистической революции. Потом, когда он понял, что большевики уже побеждают, он побежал вместе с межрайонцами, вступил большевистскую партию. Большевистскую партию, теории которой он никогда не разрабатывал. В большевистской партии он на тех постах, которые ему, значит, давались, он сделал много положительного. В то же время он все время стоял на позиции мировой революции. А что Ленин по этому поводу писал? Вот я вам назову две работы, которые были раньше, чем у нас революция была. Значит, одна называется «Военная программа пролетарской революции», где Ленин говорит, что революция не будет действием сразу пролетариата всех стран, как думали Маркс и Энгельс. Потому что Маркс и Энгельс, как великие ученые своего времени, они не имели перед своими глазами империализма. Они видели капитализм и стихийной конкуренции. И поэтому здесь можно было ожидать совместного выступления сразу нескольких пролетариата нескольких стран. В условиях империализма это исключено, в силу неравномерности развития социализма. Это одна работа, военная программа пролетарской революции, и вторая работа – это о лозунге Соединенных Штатов Европы. А Троцкий все время болтал о мировой революции и сбивал с толку. Вот мы построили, начали строить социализм после революции, вот был 7-й съезд, на нем решался вопрос о Брестском мире, и Троцкий, и Бухарин, все они, значит, одну и ту же тянули. Давайте, значит, будем вести революционную войну. А Ленин объяснял, что у нас тут есть здоровый ребенок, вот он родился, давайте мы его выпистуем, а мы вместо этого, нам предлагают его бросить в топку мировой революции. А мировая революция готова была? Ну, сейчас-то видно хорошо, что она не готова. Где, в какой стране, кто победил? Социалистическая у нас революция была еще в одной стране, в 19-м году, в Венгрии, и все. А? Ну, это там попытка была такая, очень кратковременная. Поэтому, а какой мировой революции? Куда? Вот, то есть, вот события показывают. То есть, мы бы бросили, разрушили то, что у нас есть, а и ничего бы не создали. Поэтому, а Сталин, вот у него вот как раз теория, развернутое, можно сказать, изложение теории и развитие теории Ленина о возможности победы социализма в одной стране. Мы были на 5-м месте по экономическому развитию в 2013 году, в хорошее время, в 2013 году.
А при Сталине мы достигли какого? Второго места. Второго места. И темпы у нас роста были такие, что даже представители нынешнего буржуазного государства, как, например, Галушко, говорят, что, дескать, вот какие были достижения сталинской экономики, но как бы содержание того, что это за экономика, и что это она связана с руководящей ролью рабочего класса и его партии, это как будто бы с этим не связано. А просто, дескать, вот если мы будем это делать, не будем мы это делать, потому что нету той внутренней силы, которая связана с экономическими интересами рабочего класса. Поэтому на вопрос о том, а что внес Троцкий, вот сами подумайте, вот я бы с удовольствием послушал, если бы сказали, а что Троцкий внес вообще в теории? Ничего. Он не теоретик, он оратор. Знаете, как есть люди, вот есть люди, у них такой голос, у нас такой был на экономическом, заслушаешься, когда говорит, потом выйдешь, думаешь, что он сказал? Что он сказал? Что вы, какую мы светлую идею нашли у Троцкого? Я не нашел ни одной. Я не то, что нашел. И я не нашел. То есть можно сказать, что он теоретик всего чего угодно, но только не марксизма, можно так. Он вообще не теоретик. Ну что он теоретическую сделал? Какой он вклад внес теоретически, не знаю. И те, кто пишут вот Троцкого, его сторонники, они тоже не могут сказать. Я с удовольствием бы, вот мне бы показали, я бы записал. И другим бы, может быть, сказал, что вот у него есть такой-такой вклад. Ну, я не знаю, я не вижу. Есть хорошая очень книга Иванов, Шмелев. «Ленинизм и идейно-политический разгром троцкизма». Очень вам рекомендую. Спасибо. Так, Иван Репин. Добрый вечер, Михаил Васильевич. Как в нынешнее время строить коммунизм в деревне, на селе? С чего начать? Заводов, фабрик нет, колхоза уже тоже нет. Как объединить людей? Спасибо. Значит, в наше время построить коммунизм в одной деревне нельзя. Вот этот коммунизм в одной деревне строит Зюганов. Он объявляет, что у нас есть социалистические народные предприятия. Народ – это сколько человек, как вы думаете? Ну, на предприятии 200 человек, допустим. Кооперативные, получается, кооперативные товаропроизводители в капиталистическом обществе. Они сами у себя работают и сами, так сказать, и прибавочную стоимость, и зарплату все вместе делят. Это что такое? Это социалистическое предприятие? Нет. Оно может стать социалистическим? Может, когда оно соединится со всеми остальными и с промышленностью социалистической. И тогда будет кооперативная форма общественной собственности. А сейчас ни о каком народном предприятии всерьез говорить нельзя. Это просто издевательство над теорией и практической жизни. Теперь в революцию в деревне можно сделать? Социалистическую? Нет. А помогать могут из деревни люди в той революции? Да как же, а кто же не помогал? Сами вот из деревни пришедшие крестьяне с винтовками и помогали рабочему классу, и в гражданской войне участвовали, поскольку рабочий класс выражал интересы и крестьянства. Он вообще передовой класс, в этом его смысле, что он выражает интересы громадного большинства трудящихся. Поэтому любой фильм посмотрите, хотите художественный, хотите документальный, крестьянин все ходит с винтовкой. Почему? Да потому что он ему отдали большевики землю, он никогда ее никому не отдаст и будет с винтовкой в руках ее защищать. Вот в чем дело. Поэтому задача товарищей в деревне развивать сельскохозяйственное производство, также думать о развитии самих трудящихся в колхозе, создавать там профессиональные союзы. Там же теперь нету никаких, так сказать, отдельных частных собственников, или они не играют большой роли, это все ушло. Там есть капиталистические предприятия, поэтому такие же надо, так сказать, действия совершать, как на городских предприятиях, и устанавливать связь с рабочими. Вот если к нам на заседание Российского комитета рабочих приедут люди из села, которые создали, там, скажем, вот 5 человек, 5 рабочих какой-то агрофирмы, пришли, там же рабочие теперь сельскохозяйственные. Вот если они приедут, они также получат право голоса. 5 человек, если их делегируют. Надо вливаться в общий поток, а не думать, что в деревне можно отдельно построить социализм. В отдельно можно отдохнуть в этой деревне, хорошо, рыбу половить, картошечки покушать, огурчики, помидорчики. Это можно. Вопрос от Азамата. В начале книги «Наука логики» есть выдержка Ленина о воинствующем атеизме. Предлагается читать в этой выдержке книги 18 века. Какие вы можете предложить? Я? Как я? Я не собираюсь их предлагать. Берите книги 18 века, залезайте туда и читайте.
Чего тут, зачем я тут должен предлагать? И Ленин это не предлагает. Это люди должны посмотреть, кто является выдающимися, так сказать, борцами, так сказать, за атеизм еще в то время. Надо просто посмотреть литературу. Так что это потом это не выдержка, а это высказывание Ленина по этому поводу. Что надо использовать вот в этой критике, в этой борьбе и эту литературу. Я думаю, что у нас это не является для нас это задачей. У нас задача является не изучение тех, кто критиковал религию, а задача всех, что самим изучить диалектику. Потому что вот мы будем заниматься критикой этих самых тех, кто верует, вместо того, чтобы встать на почву науки. Ну что у нас сейчас важнее? Критика верующих или освоение диалектики? Я думаю, что освоение диалектики важнее. Вряд ли стоит тут переключаться на это. Вопрос от Юрия. На Украине на сегодняшний день запрещены коммунизм и Ленин. Ведется многолетняя антисоветская и антикоммунистическая пропаганда. Ленин и Сталин сделаны токсичными фигурами. Вопрос. Как в таких условиях вести коммунистическую пропаганду и организовывать борьбу с капитализмом? Ну, во-первых, на территории Украины действовал Союз коммунистов Украины и коммунистическая партия. И если они запрещены, ну, надо как действуют в условиях запрета? Делают другую организацию, не называют ее формально коммунистической, а по содержанию она может эту деятельность вести. В профсоюзах надо работу вести и поддерживать контакты с российскими организациями. Например, украинцы у нас могут учиться в Красном университете? Могут. Если их мало учатся, но это беда в украинцев. У нас были каждый год, у нас есть украинцы, которые прекрасно занимаются и получают свои дипломы. Ну что мешает этому? Какие тут границы сейчас есть, когда у нас есть интернет? Нет тут никаких границ. Или без всякой подготовки можно провести какую-то борьбу за коммунизм? Нельзя. Тем более украинцам, вот это в наших условиях, можно сказать, что это уже роскошь мы тут сидим. И так можно. Читайте Маркса, читайте Ленина, вам никто не запрещает. У нас в Конституции записано, нет господствующей идеологии, в российской. Поправки делали, это не поправили, это так оставили. Поэтому вот я, например, везде говорю, что я считаю, что у нас господствующая будет коммунистическая идеология в России. Вот мы нацелены этим, вот для этого мы и делаем свой университет. Правильно? А что мы должны делать? Просто объявлять? Нет, мы должны работать в этом направлении. Нам мешают? Нам никто не мешает. Я не могу сказать, ну, мы 10-й год, мы же с вами не первый раз не собираем тут тайную вечерю, где что, мы сейчас договоримся, будем за Маркса, за Энгельса. Да Маркса везде продают, Ленина, вот продают Ленин, сборник такой был, «Национальной гордости великороссов», такой хороший сборник, прекрасный. То есть Энгельса печатают, в чем проблема? В интернете все забито. Хотите полное собрание сочинений? Все есть. Мы проводим обсуждения и Маркса, и Энгельса, и Ленина. Я вот участвую на канале Академии смыслов Лобби. Мы обсудили 45 томов Ленина. Потом сейчас мы вот в пятницу будем записывать уже 11-й том произведений Сталина. Нам кто-нибудь мешает? Не мешает. Но все помехи бывают обычно людям, которые сами никуда не идут. Ну, надо идти, и дорогу осилит идущий. Это же самое касается Украины. Что, Украина, мы тут, что у нас, 1000 записалось украинцев? Нет. В чем проблема? Записывайтесь и изучайте. Вот вам по интернету. У вас сейчас будет записано, все это будет сказано. Ну, смотрите, я... Там есть вот Запорожский портал, например. Я туда открыл Запорожский портал, там очень много моих выступлений. Никакой я там организации не знаю, никаких действий я не совершал. Ну, там люди хотят, вывесили и висит. Вот те самые выступления, которые здесь делаются. То есть это дело, так сказать, украинских трудящихся. И они, так сказать, мы им всегда поможем в этом деле. Это наше общее дело. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Не надо тут так уж мрачно это все излагать. У нас рабочих полно украинцев. Кстати, они себя прекрасно здесь показывают. У меня соавтор всегда, украинец был, участник Великой Отечественной войны, Моисеенко Николай Андреевич, кавалер ордена Александра Невского, командир полка «Катюши», и первая наступательная операция под Тихвином. Забрали там они монастырь, завоевали под Тихвином. Так что у нас настолько крепкие российско-украинские связи, что никто нас не разделит.
Ну так надо работать в этом отношении. Он говорит, а что нам делать? Ну как что делать? То же самое. Все начинается, всякое действие серьезное. Изучение, с пропаганды. Ну так вот есть университет, есть фонд рабочей академии. Фонд рабочей академии, кто-то нам мешает, кто-то нам что-то запрещает кого-то обучать. Нет, никто нам не мешает, ничего не запрещает. Ну так вы изучайте. Так если украинцы хотят изучать, будут изучать, не будут изучать. Ну если вы не изучаете, вы легкая добыча. Правильно? Ясное дело, что человек, который изучил какой-то вопрос серьезно, он легче себя чувствует. Ему легче, так сказать, выбраться из какого-то положения. Мой товарищ Виктор Георгиевич Долгов говорил так, что умный знает выход из любого положения, а мудрый просто туда не заходит. Так. Вопрос от Софьи. Написание кандидатской диссертации от имени двоих, автора и научного руководителя, употребляя слова «мы, нас», это верно? Я не понимаю, что кандидатская диссертация не бывает от двух человек. Не бывает. Это я знаю. Я в этой системе членом ученого совета был докторского в институте. На факультете социологии не бывает кандидатской диссертации двух человек. А вот мы, это вот люди себя так уважаемые, когда пишут диссертацию, говорят, мы в своей работе, мы в своей лекции в Красном университете здесь ответили на вопросы. Это, ну, можно так сказать, такая, если себя человек очень уважает. Но я думаю, лучше сказать я. Но я не возражаю, если кто-то хочет писать мы в нашей работе, это мы встречаем. Тут ничего нету, кроме того, что это некая форма выражения мысли. Допустимая. Ничего страшного в этом нет. Вопрос от Крейзи. Уважаемый Михаил Васильевич, если человечество бесконечно и вечно, тогда что было до появления человечества на планете? До появления человечества на планете было все, кроме человечества. Все это тогда? Вопрос очень простой. Ну что было? Солнце было, планеты были. Ну что это за вопрос? Очень элементарный вопрос, что было. Пока не прошел этот вот процесс превращения. Динозавры были раньше людей или позже людей? Ну до человека ли динозавры-то были? Вот сейчас вот находят бронтозавров, динозавров, вымерших. Ну и последний от Алиса. 5 лет с вами. Здоровья, Михаил Васильевич. Все. Спасибо. Спасибо. Да. Так, у нас время наше истекло. Есть какой-то чрезвычайный вопрос, на который нужно ответить во что бы то ни стало? Можно? Чрезвычайный? Ну, давайте. Вот, капиталистическая монополия, обращенная на пользу народу. Коммунизм. Это фраза или цитата из Ленина. В каком томе? И 5-е, 4-е издание. Это, и потом, и мне кажется, представляется, что это вот, и на предыдущий. Значит, вы возьмете тома, которые связаны с разработкой ленинской теории империализма. Так? Вот откройте том, найдите том, в котором есть империализм как высшая стадия капитализма. И некоторые работы перед этим и после этого. Точные тексты я помню. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией означала бы социализм. Что я вам советую, с учетом того, что у нас есть компьютеры. Я вообще, вот если вы будете так задавать компьютеру, как вы мне задали, он вам не найдет. А вот если вы сформулируете, как я вам сейчас сказал, запомните. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. Если вы наберете, вам сразу выдаст том такой, страница такая. Дело в том, что 100 лет прошло сейчас. Да при чем тут 100 лет? Вы хотите узнать, в каком году? Транснациональная компания обрели такую силу, что силу государства уже превосходит. Не запугивайте нас, не запугивайте представителей рабочего класса. А у них как раз единая монопольная цена устанавливается. И что? Хорошо. Если единая цена устанавливается, это говорит о том, что рынок продолжает уничтожаться.
рынок продолжает. Вы же, вот как Ленин говорил, что кажется, что рынок еще царит, но он уже подорван. И вы эту мысль сейчас так провозглашаете, как будто это вот сейчас новенькое. Это Ленин давно написал. И что? Но это все это облегчает. Это значит, полная подготовка идет, материальная подготовка социализма. Монополия, у нее есть план. В России плана нет, а монополии есть. В транснациональных, если в монополиях есть план, значит, все готовится к тому, чтобы была единая мировая, так сказать, социалистическая страна. Ну, ничего плохого. Да, вот именно сейчас вот обостряются вот это, эти противоречия, о которых еще стоит... Почему вы думаете, что они обостряются? Они сейчас ослабляются. Обостряться они будут тогда, когда люди будут бороться. Если люди не борются, они не обостряются. Чего они будут обостряться? Ну, с какой стати они будут обостряться? Вы будете, все сдаете. Вот, вас угнетают, а вы сдаетесь. Ничего не обостряется. Вот когда начинают рабочие бороться, вот тогда обостряется противоречие между рабочим классом и буржуазией. А вы какие эти межимпериалистические противоречия между разными капиталистами? Вас они волнуют, меня они совершенно не волнуют. Пусть они обостряются, пусть они друг друга поедают. Это речь идет о большой войне даже. Не идет речь о большой войне, не выдумывайте. Ну, атомное оружие, да-да-да. Оружие, атомное оружие сейчас гарантирует вам мир, потому что... Вот последний. Какая ликвидация? Никакой ликвидации нет, речь не идет. Единственное препятствие, я говорю, к этому. Я только говорю, что это только вот это. Что, препятствие к чему? К большой войне. В Европе, например, какая может быть большая война? Вот нынешний президент Соединенных Штатов Америки, когда его спрашивают насчет войны с Россией, он говорит, я не хочу оказаться в стране, которая засыпана радиоактивным пеплом. Да-да-да. Ну что вы сами-то себя запугиваете больше, чем надо? Не забудьте, все хорошо, все подготовлено для того, чтобы социалистическая революция побеждала. Социалистические страны, треть уже охватывает население Земли и развивается быстрее. Поэтому идет процесс, не вот тот, который вы обрисовываете, как будто он мировой, а идет процесс как раз другой. Опережение странами социалистическими в своем экономическом развитии, стран капиталистических. Вот этот процесс идет. А вы, у вас перспектива неверная, и оцениваете вы неверно ее. Вы запуганы империалистами, а вы должны запугать империалистов. Вот ваша задача. Пока еще у вас пропагандист слабый. Наверное. Нет, все, достаточно. Вы уже много выступали, уже у нас конец. Все имеет свои... важный вопрос в следующий раз. Значит, я хочу сказать, что мы этого будем придерживаться, чтобы не получилось, сначала люди сидят, а потом в следующий раз не приходят, потому что, значит, есть домашние дела, есть другие дела. Мы должны сделать так, чтобы наши занятия не нарушили бы нашу спокойную жизнь, а ее украсили и облегчили. Я правильно понимаю? Вот. Поэтому спасибо большое за внимание и успехов в изучении философии и марксизма в целом. Спасибо. До свидания. Я хотел бы других отвлекать. Прошу прощения, а вот есть какие-то материалы, чтобы дополнительно по лекции почитать, потому что я, например, не все понял. А вся лекция же будет записана. Вы ее будете смотреть. Вот она, между прочим, сейчас это было видео. Сейчас уже записано. Вы придете домой, можете открыть, и все. И скажите, пожалуйста, спасибо Диане. Спасибо. Но вы смотрите, зачем вы мне спасибо? Смотрите, спасибо это. Ну спасибо, это же хорошо. Это хорошо. Еще против спасибо. Всего доброго. Вы можете вкратце, вы просто очень часто переживаете термины империализм и интернационализм. Я просто не совсем понимаю значение. Вот. Интернационализм это значит, что такое? Это то, что есть какое-то явление, носит характер, они относящиеся не только к одной нации или к одной стране, но интернациональное. Интернациональные. Какие-то отношения касаются, это интернациональное явление. А еще что? Империализм. А империализм означает, что есть крупные капиталистические монополии. Угу. Вот они разделили мир, и мир поделен, и поэтому вот то, что сейчас называют, что, дескать, у нас... глобализация. Ага. Так Ленин давно сказал, что весь мир поделен между крупнейшими империалистическими странами. Угу. Вот это и есть империализм. То есть мы вступили в такой этап, когда есть признак империализма и есть империализм. И он означает раздел мира крупнейшими монополиями. Ага. А глобализация Сейчас у нас уже нельзя сказать, что империализм во всем мире, потому что
Китае 1 400 000 000, во Вьетнаме 100 000 000, на Кубе 11, в Корее Северной 25 и в Лаосе 6, и 1,5 миллиарда уже развивается быстрее и лучше. Поэтому уже никак вы не можете сказать, что есть только империализм и все. Не надо так ставить, что то есть вот люди развиваются, а мы этого не видим, мы говорим, вот по-прежнему, даже не замечаем, игнорируем. Про Вьетнам ничего не слышно, не видно, не пишут ничего. А он же победил американцев, поэтому про него и не пишут. Вьетнам победил американцев. А вопрос такой, мне часто задают, будет ли, допустим, комментарий к этой выступлению Галушкой книги его? Ну а какой нужен комментарий? Комментарий здесь очень простой. Галушка не взял суть дела. Это власть была рабочего класса и большевистской партии. Просто очень многие люди восхищаются о том, что вот опять про Сталина, ну не про Сталина, про экономику Сталина. Есть такие люди и писатели. Вот есть хороший писатель Бушков. Он две книги написал. «Красный монарх» и «Ледяной трон». Он считает, что Сталин – это просто как бы царь, ну, красный. Угу. И вот он, так сказать, все дальше описывает правильно. И даже все про Сталина наветы всякие отметает и критикует, но его исходная точка зрения неверна. Потому что, то есть, как раз то, что Сталин осуществлял вместе с партией диктатуру рабочего класса, самое главное – это игнорируется. И Галушка это полностью игнорирует. Вот. И поэтому при буржуазной власти вы никак это не сделаете. Поэтому сейчас он какой-то есть там деятель, который 20 этих самых каких-то предложил пунктов в других государствах, которые были. У нас какие 20? У нас уровень развития и темпы развития были колоссальные. Но для этого надо, чтобы тренер другой был, который позволял выиграть. Пожалуйста, еще раз. Диалектика, вы сказали, что это наука противоречий. О противоречиях. О противоречиях. То есть это да. Вот так вот. О противоречиях и их разрешении. Все противоречиво. Вот все вы не найдете ничего, чтобы было без противоречий. Диалектика. Хоть на себе проверяйте, хоть на мне, хоть на товарищах. Да. Чтобы теоретически. Да, да, да. Михаил Васильевич, дайте, пожалуйста, практический совет. Вот сейчас вот в процессе чтения полного собрания сочинений Ленина, есть ли вот какой-то вот метод, чтобы вот с какого-то тома заходить там на диалектику, или же потом заходить вот там, чтобы уже «Капитал» читать начинать? Есть метод такой. С какого тома лучше что начинать? Метод такой, значит, надо читать Ленина, раз. Но я сейчас так вообще на втором пока, так что мне... Ну хорошо, учиться и на втором. Но уже во втором уже Ленин начинает применять, так сказать, что-то из области Маркса. Значит, вот вы в школе учились, у вас там была арифметика, русский язык, литература. Вот и так надо сделать. Вот вы начинаете свое, так сказать, можно сказать, теоретическое образование. Ленин у вас должен идти все время, потому что он ваш помощник и классный руководитель. Так, Маркс у вас по отдельному вопросу серьезный очень преподаватель. То есть вы почитаете Ленина, а у вас есть время выделенное на чтение Маркса. Вы тоже читаете «Капитал». Быстро его не прочтете. Надо прочесть три тома. Вот вы так и будете читать кусками. Ленина, само собой, будете двигаться. Маркса, само собой. Ну как вы там, у вас в школе была физика, химия, литература. И здесь Ленина должны читать, Маркса должны читать. Энгельса желательно почитать. Например, «Происхождение семьи, частной собственности, государственной красоты». Не было времени читать, вот слушать. Ну вот, да, ну слушать будете, так? И о Гегеле, само собой, тоже отдельно, потому что они разной степени сложности, и некоторые у вас, Ленина вам, так сказать, все облегчит, и считайте, что он у вас классный руководитель. По Энгельсу даже не подумал бы, что такие вещи писал. У нас до 9. Да, мы уходим. Спасибо, всего доброго.